А, черт! Наверное, он уже не вернется. Думаешь, они нас видели? Они нас прекрасно видели, тем не менее, не вернулись. Так, народ, сейчас для этого совсем не время. Здание горит. Давайте убираться с крыши, пока не поздно. Если мир катится в ад, оружия лишним не будет. О, черт, это зомби! Перезаряжаю! Кажется, обычно эти костюмы не спасают. Вот дефибриллятор! Нам опять придется кого-то убить. Так чего бы не припасти эти патроны для зомби? Осторожно! Эй, осторожно! Осторожно! Перезаряжаю. Судя по этим звукам. Нам надо найти лестницу. Что за? Лифт не работает. Эй, я перезаряжаюсь. Нам надо как-то обойти огонь. Бомба. Осторожно! Перезаряжаю. Перезаряжаю! Вот таблетки. Осторожно! Стойте, я лечусь. Перезаряжаю! Живо вниз по лестнице! Перезаряжаю! Я перезаряжаю! Все возьмите себе оружие. Перезаряжаю. Оно плюется горящим дерьмом. Что это за... Перезаряжаю.
таблетки. Перезаряжаю. Давайте все в лифт. Нажимайте кнопку. Вот дерьмо. Это какой-то кошмар. Зомби, апокалипсис и прочая муть. Охренеть. И чего нам теперь делать? Успокойся, сынок. Все будет в порядке. Как тебя зовут? Элис. Меня зовут Элис. There we go. Most people call me Coach. And we're gonna be okay. Just gotta keep our heads. Меня зовут Рошель, а тебя? Ник, больше вам знать не нужно. Ладно, мы все друзья. По дороге к торговому центру есть оружейный магазин. Может, завернем туда? Мне нравится. Оружейный магазин? Вот эти слова я безумно рада слышать. Ну вот, снова в строю. Давайте лучше поубиваем зомби. Осторожно! Я перезаряжаюсь. Перезаряжаю. Таблетки. Не нравится мне этот звук. Уже лучше, но пора найти нормальную аптечку. Сюда! Вот оружие. Перезаряжаю. Oh!
вместе, сидите за мной. Мы уже совсем рядом. Вот, парни, вот зачем. Перезаряжаю. Я молотар. Перезаряжаю. So that's a smoker, huh? Bet he's popular with the lady zombies. За мусорник. Тут есть таблетки. Женщина плачет. Ее можно понять. Магазин-то закрыли. Маленько получше. И то хорошо. Прыгайте на грузовик! Я, кажется, разозлил ведьму! Все возьмите себе оружие. Осторожно! Перезаряжаю. Ох, как раз этого мне не хватало. Давайте наберем побольше пушек. Придется много стрелять. Надо полечиться. Ладно. Вот лазерный прицел. Мне не разрешено носить оружие. Впрочем, думаю, это не страшно. Готовы? Мы готовы? Да. Все возьмите себе оружие. Ну что ж, возможно, в итоге все и сработает. Мое оружие к вашим услугам. Я попал в несколько затруднительное положение, но вы как раз могли бы помочь мне из него выйти. Поднимайтесь наверх, когда будете готовы. Окей, Mysterious Voice. Вот лазерные прицелы. Вот лазерные прицелы.
Вот лазерные прицелы. Мне так кажется, вы собираетесь в торговый центр в надежде на спасение. Еще мне кажется, что вы туда не попадете, так как дорога перекрыта. Я знаю точно. Ты видел, как ее перекрывали ребята из АЧС? Итак, вот мое предложение. Я забаррикадировался здесь на крыше с целой кучей брони, но... Есть! Возвращаемся! Бросаю бомбу! Кол у меня! Что это? Кто-то бьет лошадь или чего? У меня. Перезаряжаю. Торговый центр. Эй, осторожно. Суперская пушка. Перезаряжаю. Можно закрыть эту дверь? Что ж, мы добрались. Будем надеяться, тут кто-то есть.